свете недавней информации о подорожании тарифов на воду, жители Рязанской области стали активнее устанавливать приборы учета. Счетчики могут позволить принести реальную экономию денег. Да, у вас должны стоять приборы учета. Следующий этап, и опять-таки в этих правилах оказания коммунальных услуг, речь идет о том, что приоритетом отдается, если оплата по тепловым приборам, у нас еще не стоят тепловые счетчики на батареях, по которым вы реально можете платить. Но это следующий этап, и мы к этому придем, потому что экономить нужно на все. Счетчики воды позволяют платить по счетам фактически за израсходованную воду. Другая ситуация с теми людьми, у которых нет установленных водомеров. И по закону, если в квартире прописан один человек, а проживает целая семья, то люди все равно платят из расчета тарифа на одного человека. Но вода, тем не менее, расходуется за целую семью. И у многих горожан возникает закономерный вопрос, кто же за нее платит. Не входит ли плата за потерянную воду в общедомовые нужды или в какие-то другие платежи? Когда вы задаете вопросы голословно, вам никто ничего не говорит. Напишите заявление о том, что вы хотите получить письменный договор на оказание коммунальных услуг и услуг по содержанию многоквартирных домов. Потребуйте в соответствии с законом о защите прав потребителей, в соответствии с пунктом 1 статьи 33, составление твердой сметы к данному договору с указанием объемов и стоимости услуг. Ранее сообщалось, что для потребителей, не имеющих счетчиков воды, будет серьезно увеличена плата за воду. С начала этого года в 3 раза, а с июля в 5 раз. Это планировалось сделать для стабилизации ситуации. И если сейчас вопрос о возможном повышении тарифов находится на стадии планирования, то штрафы для недобросовестных плательщиков коммунальных услуг уже увеличились в несколько раз. Эта мера должна предотвратить задержки по оплате коммунальных счетов, что в свою очередь скажется на снижении долгов перед сбытовыми компаниями региона. Серьезные штрафы ожидают и тех людей, которые приноровились подкручивать свои водомеры для уменьшения их показаний или предоставляют неверные данные о количестве израсходованной воды.